вдвоем проще получилось, что пока тебя убивали, ты ворота долбала. А потом, когда тебя убили, я еще сел, ворота долбал. И так мы с тобой сперва ты, потом я, и ворота сломали. Если повезет, то там внутри красный столб найдем. Эти ворота внешние это просто было сломать, что не стреляли башни. Надо будет запомнить этот замок. Мы первый раз-то там сбоку, да, с тобой заходили? Через стену. Да. Ну мы ее долго долбили. Да, стену долго долбать. Блин, уже стреляют. Ой! Герман меня сейчас убьет. Ну, доспехи, надеюсь, хорошие наделы? Хорошие, да, целые. Ну, надо постараться дойти. Так. Ой! Герман меня убьет. Да сейчас развернусь. Слезь с носорога и встань вот тут в уголочке, где в тебя не стреляют. И лечись. Бинтики взяла? Нет, у меня бинтиков с собой, я забыла. Так, на тебе дам. Так, тут тоже оказываются вышки. Одна вот там справа стоит, стреляла в тебя. А я тебе тогда еще говорила, мы когда здесь с тобой вон там стену, вон, помнишь? Мы вот сюда не заходили, мы тут первый раз. Нет, мы сюда с тобой заходили. Не. А я тебе сказала, что здесь в углу там эти стоят. Так, это ну... нам вон туда, наверное, по прямой надо, вон к тем дверям Герман. Так а мы как, мы сейчас выйдем и стрелять начнут по нам, бинтиками бинтуйся. Так, ты пока тут стой, я поеду на носороге на разведку, а ты лечись. Я проеду кругом, чтобы хоть знать, где что. Я пока в башню... Может быть, мне наверх сбегать? Ты вылезешь, и тебя вышка будет стрелять. Так я не... Ты... Вон она наверху. Наверху, да. Вот она изменялась. Она уже в тебя стреляет. Да, вижу. Так, я сейчас к тебе мобов приведу туда. Мобов убьёшь. А что это за это? За шкафы вон там стоят? Ну это обычная декорация. Блин. А Герман там в тебя стреляет. Прям напротив, напротив вышки стал, конечно. Иди садись, ну куда-нибудь. Там сейчас зайдем за другую сторону, и там надо мобов будет убивать. Я сейчас там тебя подвезу, вылазим и мобов там будем убивать. Там вроде вышек нету, с другой стороны. Вот сейчас сюда заверну, чтобы башни не стреляли. И вот этих мобов надо убивать. Все, слайди убивать мобов. Ай, меня застреляет. Ну, под к стеночке поближе. Стой тут, ближе к стеночке, не вылази. Так, сейчас вот эти мы стены сломаем, и там внутри еще тоже мобы стоят.
У тебя щита нету? Нету. Ой, что это такое произошло? А ты куда провалился? Да, я провалился где-то, вообще забагался. И я забагалась. У меня все дрожит. Так и у меня тоже. Блин. А все, я разбагался. Носорог где-то внизу. Так, заходим, этих убиваем. Это что такое? Ты внутрь зайди. Что-то не могу. А почему? А вот... Блин, что за богатня? Hand over everything you've got. У меня все дрожит. Doctor, master. Doctor. If only... А как ты внутрь зашла? Я зайти не могу. Блин. Подпрыгни. Когда идешь, подпрыгни. Так, а почему столба нет? А нету тут столба. Тут должен быть столб. Ну, нету его тут. Блин. А как носорога теперь вызволять? Надо, наверное, делать самоубийство. Нет, не надо самоубийство. Так мы не вылезем теперь. Ну ты садись. Носорог где-то под землей оказался. Не, надо делать самоубийство. Помирать надо, потому что носорог под землей. А если я его позову? Нет, он там. Надо покидать локацию. А у носорога кушать нету ничего. Подожди. Вот этих воинов тоже надо убить. Hand over everything you've got. Блин, а где же? Позови носорога, ты позови его за собой, он пойдет. Вот ты туда отошел? Вот сюда в угол. Беги сюда, а то тебя стрелять будут. Иду. Встань, чтобы в тебя не стреляли. В уголочек. Блин, а где же тогда столб-то? Он там внутри должен быть. Сейчас меня убьют. Ты сядь за эту штуку. Блин, странно. Почему столба нет? Что, убили тебя, что ли? Да, убили. Ну, очень странно, что там нет столба. Он должен быть вот там, где мобы были внутри. Ну, ладно, сейчас пойдем в другом месте искать. И меня убили. Ну, возрождай сейчас. Опять на носороге поедем. Там столба не было. Может, если он каждый раз по-разному спавнится? Может. А что, никто не стреляет? Да, вот странно. То стреляли, то не стреляли. А вот эти шкафы? Да там нету ничего, это просто декорация. Ой, начали стрелять. По мне начали стрелять, Керман. Ломай ворота. Сейчас я залезу, ты тут пока посмотри. Это этот пластырь какой хороший. Не знаю, что за пластырь. К мобам не ходи, а то сагрятся уже, наверное, сагрятся. Да я не хожу к ним, я здесь стою, ты что? Они вон забагались, видишь, дергаются.
Сейчас подлечимся, и я залезу в стену долбать. Ворота. Where the hell are you from? Он дергается, к нам хочет что ли подойти. Когда уже будет это самое, спрыгивай и подлечись. Но у меня бинтов не хватит. Ничего, хватит. Да проще помереть и по новой приехать. Ну, спрыгивай, лечись, мы там сломали. Да мне проще помереть, Аня. Я не отличусь. Отлечишься. У меня бинтов нет, у меня 11 штук осталось. Ай, там спереди стреляет, Керман. Да, там это двор, и там башни. Ну я вижу. Надо. Но я во дворе не вижу столб тоже. Ну, блин. Там вот какой-то навес. Там. Там может еще одно здание. Ну ладно, сейчас я подлечусь, надо сесть. На носорога, да проехаться, просто поглядеть. Здоровья нету. Может, правда, на улице стоит? На, я тебе дам 5 штучек вот этого ферма. Ну, что мне 5 штучек? Ну, все-таки, вот тут возьми. Ты себе оставил? Оставила 5 себе, 5 тебе. А у нас дома еще такие есть? Есть, да, еще. Он на время лечит. Воу! Так, ну ладно, ты тут стой. Или даже знаешь что? Одень плохие доспехи и квесты сделаешь. А я просто проедусь, погляжу, потому что если там столба нет, то что туда вылазить-то? То есть, пока меня там прибьют, я возражусь, и мы по новой поедем. Знать бы, где столб, потому что если не знаешь, где столб, то чё? Кататься-то так. Так вот, ну покатайся, посмотри, где столб. Ну вот сейчас, сколько здоровья хватит, меня стрелять будут? Ну, я знаю. А ты это пока квесты сделай. Какие тебе там, генеральский, наверное, одень? Или какие тебе там... Два генеральских и один этот. Ну начни с генеральских, их же два. Блин, нету тут столба. Слушай, может быть он вот в этих вот... В этих башнях. Тут нигде нету столба. Двор. Так, попробую тогда вот эту стену долбать. Так, ты пока это, квесты делай, пока я тут стену долбаю. Надо генеральские, на меховые. Ну, если внутри нет, на улице нет, остается единственный вариант, что вот в этих вот башенках столб.
Сейчас я вот одну такую башенку сломаю и проверю. Всего тут таких башенок, я как понял, две. О, Аня, я нашел столб. Слышишь? Сейчас поедем. Тут на меня эти напали почему-то. А ты где? Стояли. А ты что, сюда сама добежала, что ли? Нет. А ты где сейчас? Ну я тут в углу стою. А они сзади меня, я думаю, не поняли, вот что такое. А меня сзади этот начал бить. Ну, ты видела, куда я поехал? Меня убили. Ну, да ладно, возрождай, сейчас вместе пройдем. Потому что тут... Я тебе покажу, где башня. Ну, этот замок редко попадается. То есть, получается, столб оказался вот в такой башенке, там, в самом сзади. Мы как бы через весь двор проехали. А это можно было сзади подходить и там сзади долбать. Это нам по той стеночке надо было идти, да? Да. А, нет, вот справа еще башенка. Всего три башенки. Слева, справа и вот та дальняя. А вот эти шкафы, там ничего в них нет? Нету. Здесь в подземелье лута вообще нету. Блин, тебя стреляют. Меня сейчас убьют, Керн. Ну лечись, ты когда сидишь, можешь тоже лечиться. Выпрыгивай и в дырку туда забегай. Выпрыгивай, в дырку забегай. Да. То пока я тут разберусь. Ну, да. А вот и столб. Я туда не пойду, там вышка стреляет. А что это там синенькое такое видно? Небо. Видишь? Нет. Как где? Небо. Где синее? А, там выход, окей. Там выход, там наверху вышка стоит. Да, вышка. Вот, можно было здесь, вот она, стена сзади, то есть вот сюда вот объехать весь всю эту крепость. Вот эту заднюю стену выломать и уже вот сюда подъехать и ломать этот столбик. Вот, видишь, стена, которая. Ну, мне кажется, это рандом, то есть столбик, то есть столб мог быть и вот там в центре. Может быть, да, может быть, он рандомно где-нибудь стоит. Да, да, я думаю, что это рандом. Потому что я смотрел видеоролик, столб был вот в том центре, где мы сломали. Ну, садись и ломай. А меня бить не будет? Нет, мы же внутри. Все, сейчас посмотрим, сколько нам очков. Должны по 2000 давать, а почему-то в прошлый раз меньше. А я почему-то не вижу. 3000 у нее. Всего 20 тысяч. 1200, сейчас все сломается. Че? По 1600.
Да, покинуть. Почему не 2000? А зачем покинуть локацию? А, ну правильно, все. А что тут еще делать? Не-не, все правильно. Сейчас в магазине покупаем записи деревообработки. У тебя там есть еще одну ячейку выставить? Да. Вот, и выставляешь их. Их точно купят. Деревообработки, они махом разлетаются. На следующий день уже будет продано. Так, ну вот таким образом получается, что мы с тобой два замка в осадной тренировке уже прошли. Один замок простой, который, и вот этот вот замок. Но он тоже будет простым, потому что знаешь теперь, где эти столбы красные. Либо в центре, либо вот в этих столбиках сзади. Вот здесь столбики. А нету? Чего нет? А, вот очки осады надо смотреть, да? Да. Зелененькие такие. Да, я вижу. Сейчас я тебе, подожди, еще свои дам. Свиток дерева обработки. Ну, на 32 на... штуки у меня все ушло. Да, и у меня тоже. Ну а тут больше ничего нету. Вот судовые компоненты, но они хуже продаются. А сундуки тренировки, это точно такие же сундуки, как вот мы сейчас с тобой только что открывали. Битва за префектуру. Они точно такие же. Так, на, вот еще мои возьми. Мои записи тоже возьми. И выставишь. Сейчас посмотрим, сколько они стоят. О, кто-то аж за 4500 выставил. Потом 30 штук за 6000 кто-то выставил. Да, подешевели. Ну, выстави, знаешь, за сколько пока? 6400. Будем надеяться, что вот эти 28 купят за 4500, потом купят вот эти 30 за 6, и потом доберутся до твоих за 6400. Потому что, ну, за 4500 это уж совсем дешево. Я за 7400 продавал 2 недели назад. 6400, поняла? Аня. Да. Так, ну все. На этой неделе уже все. Так, ну в общем, осадную тренировку мы с тобой прошли. Второй раз уже. Второй замок.